мы с другом, когда кто-то попросил вести себя нормально. Когда читаешь свои сокращенные записи после лекции. Жаль, что я никогда не узнаю, что я имела в виду. Когда самостоятельно отрезала себе челку по видеоуроку и пытаешься убедить себя, что не так уж и плохо выглядишь. Это эмо-стиль, сейчас так модно. Когда несколько раз прошел мимо котика и ни разу не взял на ручки. Ну, не все котики любят сидеть на ручках. Силя вот спокойно сидит, когда ее берешь на ручки и носишь, а Пикси вообще вырывается и не хочет сидеть ни секунды. Все отмечают Новый год, я все новогодние каникулы. Еда. Это я, когда пошел в туалет и задумался о смысле жизни. Мое любимое научпоп-знание про животных. В отличие от собак, которые умеют отличать себя от людей, кошки думают, что люди это просто большие некомпетентные кошки. Вегетарианская еда для кошек. Это самый счастливый веганский кот, которого можно было найти для упаковки. Бедолага. Вот кто определяет, что коты должны быть веганами? Я надеюсь, что не хозяева веганы. И да, друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали! Коротко обо мне. Завел 5 будильников, проспал. Думал, что мысли помогут уснуть. Думал об этом до утра. В моем доме высыпается только сахар. Тут куча дел, там куча дел, а я спать хочу. Сон мне только снится. Я уже спал на этой неделе. Еще одну серию и спать. Сегодня опять лягу спать завтра. Вижу рассвет, ложусь спать. Показалось! Чё показалось? Это обычный куракот. Объясни свою маленькость. Кто пишет чью? Я никого не вижу. Подушки, наверное. Включил свет на кухне и оказался свидетелем настоящего преступления. Один тырит в шкафу еду, другой стоит на шухере. Чей кот? Свой собственный. Никакой помощи в этом доме. 3 поколения кошек на одном фото. Бабушкошка, кошка, внукошка. Как видите, недовольная морда передается по наследству. Коротко о том, чем мы с девушкой занимаемся все выходные. Неужели первобытному человеку было больше нечего делать, кроме как тащить в пещеру лесного кота? Вот увидел наш предок этого шипящего отмороженного монстра с бешеными глазами и решил, что как раз такой зверушки ему не хватает для счастья. Официально заявляю, коты в тапочках – лучшее, что есть на этом свете. Без тапочек, кстати, тоже. Я положил туда его одеялко, и он следил за ним все время, пока оно стиралось. Комплимент от бариста. Спасибо. Масочка. Наташ, ты правда думаешь, что если спать меньше 5 часов, потом хреначить на работе, прибухивать по выходным, а затем делать маску из жижи улиткиной жомпы, то она все исправит? Еще и при этом приговаривать: жомпкина сила, хочу быть красивой. Ты серьезно, Наташ? Надо попробовать, вдруг Наташа что-то знает. Мой коллега утром проснулся в 7 утра, приготовил банановый смузи, сделал зарядку, позавтракал диетическим омлетом, включил подкаст 5 правил успеха и поехал на работу. Я утром. Плевать, пусть увольняют. Я не понимаю, что сейчас вообще происходит. Можно я укушу? Мне очень надо. Хочу сказать, вы самый странный ухажер из всех, что я видела. Посмотри, я сделала нас в Sims, тут ты тоже врач. Только в игре у тебя зарплата 2000 баксов в день, ходишь на работу лишь 3 раза в неделю. Слезы боли. Каждые выходные на море ездим, накопил на свой бизнес мечты и еще бла-бла-бла. Ну ты чего? Коротко о сложившейся ситуации. Я – дела, которые мне нужно разгрести до конца недели. Кот, уйди, я хочу почитать. Кота почитай. Люби, боготвори и почитай. По-моему, он в тебя влюбился. Правда? Ага, он говорит, что ты очень веселая и добрая. Тебе продиктовать его номер телефона? Не, пусть и дальше так думает. Ты постоянно улыбаешься, шутки всякие шутишь. И просто очень здорово выглядишь. Смотрю на тебя и душа радуется. О, это вы меня еще в хорошем настроении не видели. Мои чувства к тебе настолько сильны,
что я даже не представляю, как их выразить словами. Ты не будешь против, если я тебя укушу? Кусь. Извините, простите, я только спросить, я на теплые трубы еще вчера записывалась. Кажется, я нашел самое теплое место в квартире. Пузо хранилище. Какое-то маленькое. Должно быть побольше. Поняла, сегодня на стуле не поворачиваюсь. Да, мне приходится теперь постоянно оглядываться, когда я на стуле отъезжаю от стола, потому что мои кошки любят сзади стула увалиться. И если я не убедюсь, что их там нету, когда буду отъезжать, то могу на них наехать. Такого еще не было, но это мой страх теперь. Просто представь, ты открываешь свой новогодний подарок и видишь его. Не надо, мне пока две кошки хватает. Котенок обидел его, и теперь он не пускает его в домик. Заблокировано. Сегодняшняя погода напоминает мне о тебе. Но на улице слякоть и моросит дождь. Если описать одним словом, мерзость. О тебе. Я так рада, что ты пришел в гости. Пошли на кухню, посидим. Пошли. Какой чай желаешь? В смысле, у тебя есть разные виды чая? Какие? Клубника, черника, белый трюфель с кокосом, зеленый, зеленый с лимоном, зеленый с лимоном и медом, для сна, ваниль с миндалем, имбирный с медом, имбирный без меда, ромашка, клубника с ромашкой, ванильный с манго, с лимонной цедрой, от проблем с печенью и Эрл Грей. У меня 4000 рублей до зарплаты. Из них 3 я должна Дашке, а 7 маме. Прости, а у тебя с математикой все хорошо? С математикой у меня все хорошо, у меня с деньгами плохо. Что для тебя любовь, если не секрет? Это когда ты спишь возле меня, громко сопишь и не даешь мне уснуть. А я смотрю на тебя и думаю, сейчас разбудить или попозже, дав чуть-чуть поспать. Милая, когда-нибудь мы обязательно поженимся. Ты такая ни о чем не догадываешься, а я такой хоба! И колечко тебе одену. Правильно говорить, надену. А может и не поженимся. Когда шутишь шутки на приеме у психолога, и вместо того, чтобы просто посмеяться, он берет ручку и начинает это записывать. Звуки паники. Я летом. Сегодня весь день буду дома, а то солнце печет, на улице максимально жарко. Я осенью. Жесть, дубак, буду валяться дома, пукать под одеялко. Грустит, что ты утром ушел по делам, а не остался с ним в кроватке. Сколько тебе говорить, я не булочка и не котлетка. Милый, скажи, пожалуйста, чего ты хочешь? Я хочу борщ со сметанкой. Ты не понял, что ты хочешь в постели? Ох, ложится в кровать. Борщ со сметанкой. Я в 10 лет. Вот когда стану взрослым, начну зарабатывать деньги и буду тратить их. На различные тусовки и крутую стильную одежду. Я сейчас. Вау, какие сковородки. Купить. Неудивительно, что вам так тяжело жилось. Смотрите, что мы у вас нашли. Доктор, что это? Доброта, честность, доверчивость. Извините, а вы меня не видели? Когда ложился в пятницу, а проснулся в понедельник, и не понимаешь, куда делось 2 выходных? Вы где все? В каждом доме должна быть бутылочка котика. Я утолю твою депрессию. Мои невероятные приключения. Я искатель приключений. Никогда не знаю, в какую сторону я буду лежать сегодня. Планы на выходные. Диванные подушечки, засосите меня подальше от всего этого. Наташа, а где мой лобстер? Когда ты сама элегантность. Когда ты только пришла на работу, еще не успела выпить кофе, а тебя уже все задолбали и выбесили. Бесите. Я раньше почему такая злая была? Да ты постоянно злая. Рот свой, блин, закрыл, понял? Так вот. Коротко обо мне. Я завтра выходной, наконец-то приведу квартиру в порядок, перестираю вещи, наготовлю еды на неделю, вечером встречусь с друзьями. Я выходной. Ты где? Я опоздаю, у меня уважительная причина. Какая? А, такую причину принимаю. Ждем. А мне так удобно. О, Пикси иногда так тоже спит. Только она вытягивает еще и задние лапы, и передние вдоль туловища, и лежит такая. Как понять, что за кот живет у вас дома? Подойти к коту, спросить, ну что это за кот? Бупнуть кота в носик, поцеловать кота.
После этого станет понятно, что вас ждет самый сладкий кот, сахарная булочка, мамин пирожочек, бусинка-бубусинка, лучший в мире кот. За что мне это все? Милый, скажи, пожалуйста, еще раз мои три любимых слова. Я тебе куплю. Сынок, ты же обещал, что вернешься домой ровно в 7. Да, папа. А я обещал тебя наказать, если ты не придешь вовремя. Да, папа, но раз я не сдержал своего обещания, свое ты тоже можешь не сдерживать. Папа, когда я наконец смогу приходить домой во столько, во сколько мне захочется? Не знаю, сынок, я сам еще пока не дожил до такого возраста. Капец, что делать-то теперь? Я в печали, кошка научилась экстренно прекращать зевок при моем приближении. А вы тоже кладете палец в рот котику, когда он зевает? Уходи. Я приготовил ромашковый чай. По-твоему, я нервная? Тебе что-то не нравится? Нет, просто. Ой, не беси, давай свой чай уже. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Приобретайте нашу книгу, которая называется «Привет, мир», и которая доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.